Слезы счастья под марш Мендельсона. 31 староскольская пара сыграла свадьбу в зеркальную дату 24 августа 2024 года. Верят ли молодожены в нумерологию и почему выбрали именно это сочетание цифр, выясняла Анастасия Проурзина. 20-летний Лев и Екатерина Афанасьева учились в параллельных классах. Когда в старшей школе их объединили, свела судьба, говорят молодожены. О том, что они друг у друга те самые, подсказало сердце. Любовь не выбирают. Она есть, и когда нашел одну единственную, выбирать больше и не нужно. Действительно, мы не выбираем. Сердце, оно само дает о себе какие-то вот сигналы к тому, что это твой человек, и что именно с ним ты хочешь прожить всю свою жизнь. Поэтому сразу было понятно, что мой человек. Свадьбу молодая пара запланировала еще год назад. Подготовка к торжеству началась сразу после предложения. И предсвадебное утро молодоженов прошло в хлопотах, волнительных, но долгожданных. Бурно. Утро прошло очень бурно. Много дел. Везде нужно попасть, все докупить, все забрать. Конечно. Очень. Все волнуются, все переживают, очень родители, и мы. Время народа всегда найдется. Ну, сначала, конечно, это хлопоты, потом это радость. В магию чисел молодожены не верят, но красивую дату для заключения брака выбрали специально. Отчасти, наверное, что-то в этом есть, но в основе своей мы выбирали не по нумерологии, не по каким-то знакам космоса, да, знакам свыше, просто потому что это красивая дата для красивого дня. Егор и Алина, теперь уже с общей фамилией Дорож, познакомились ровно 2 года назад. 24 августа 2022 года случилось их первое свидание. А теперь под марш Мендельсона они заходят в зал бракосочетания. История большой любви началась с общения в соцсетях. Влюбились друг в друга сразу. Мы пошли в кофейню, и когда выбирали чай, мы долго не могли выбрать какой. И просто одновременно мы сказали одно название чая, молочный улун, просто в одноголосье. Ну, может быть, это было какой-то каким-то толком. Готовы ли вы взять на себя ответственность за счастье близкого вам человека? Я прошу ответить жениха. Да, готов. Прошу ответить невесту. С начала года это уже 8-я зеркальная дата. 24 августа в Староскольском ЗАГСе зарегистрировали бракосочетание 31 пары. А всего красивое сочетание цифр для свадьбы выбрали почти 200 староскольских пар. Впереди еще 5 месяцев, в которых есть комбинация 24-24. В сентябре это вторник, в октябре четверг, в ноябре воскресенье, в декабре опять вторник. Заявления принимаются не менее чем за месяц до дня росписи. Анастасия Проурзина, Евгений Левошко, Елизавета Очкасова, 9 канал.